Лукашенко подчеркнул, что человек может быть счастливым только на родине, в кругу своих друзей и близких, и уверил, что в завтрашний день все будущие выпускники смогут смотреть уверенно. Алло. А ты как себя чувствуешь, бабуля? А не хочешь ко мне приехать? Теперь не пущу. Никуда не будет мне. О-о-о. Что там? Ой.